Сейчас будем сажать перцы. Взял вот такие лотки из-под шампиньонов. Положил салфетки. Сложил несколько раз вот такие. Делаю все в ванной. Будем сажать, вернее делать для проращивания, чтобы потом посадить вот в такие штучки. Неизвестно еще, вырастут или не вырастут они. Прорастут, не прорастут. В общем, делаем салфетки и наливаем теплую воду. У меня тут, конечно, горячая. Кипяток сейчас разбавлю. И буду сажать, наверное. Посмотрю, сколько в одной штучке семян. И что подсажу в одну. Два сорта. Если будет много, посажу в 4 отдельных контейнера этих. В общем, как буду делать. Сейчас смачиваю салфетки теплой водой, высыпаю семена и сверху кладу еще раз салфетку, чтобы они там проращивались. И снова чуть-чуть полью водичкой. Все зависит от того, сколько там семян. Вот такие сорта. Оказывается, много семян получается. Кому охота, можно посчитать, нажать на паузу. Это 38 попугаев. Значит, будет еще 2 лотка. Сейчас буду накрывать салфетками и снова смачивать. Дальше все кладу в пакет полиэтиленовый и закрываю, чтобы был как парниковый эффект. Смачиваем салфетку, кладем семечки. Сверху кладем снова салфетку. Я наливаю еще водички. Далее берем пакетик. И бирочку туда. Сбоку. Закрываем. Тут дырочка, конечно, есть. Все, убираем на подоконник. 25 февраля 2023 года вот посадил перцы для проращивания семян. Здесь все земляника. Там будет как в мультике земляничные облака. Тут цветы и тут цветы. Ой, нет, тут цветы и вот тут цветы. Все остальное земляника. Вот на подставке. Так все выглядит. Есть эротический кактус. Вот так посадил перцы. Закапывал на глубину где-то сантиметр. Получилось вот 3 таких лотка и еще такая плитка. Здесь посадил уже помидоры. 5 сортов вроде бы. Есть какие-то авторские. Там вообще было 3 семечка. Сегодня 7 марта. Не знаю, но поздно не поздно посадил. Вот земляника растет. Здесь почему не растет здесь? Посадил малину, она так и не выросла. И лимонник китайский. Так, ничего и не вышло. Так, здесь циния. Сказали, что больно рано посадил. Она уже сдохла. Так, здесь у нас что? Здесь тоже земляника. Я уже попозже посадил. Она пока вот такая. И... Так, у нас что тут? Дельфиниум это, по-моему. Вот немного выросло. Но тут тоже вот уже что-то... Некоторые дохнут. Не знаю, из-за чего. Как проклюнется помидорка, либо перец, покажу. Кстати, семена проклюнулись. Я уже их высаживал
семена я делал на проращивание, они проклюнулись и садил. Садил очень близко. По сути, должно все взойти вообще ковром. Где-то по 4 семечки, 4-5 семечек. Вот на таком расстоянии. То есть линия следующая, потому что семян получилось много. Так, дальше что еще хотел сказать. Будем следить, периодически поливать. На дно, кстати, я сыпал песок, чтобы влага держалась. Пожалел, что в землянику я не насыпал песка, потому что вот земля, получается, как бы трещит, если ее не поливать. Она как бы комком таким образуется, вот видно. Но если поливать часто, то они гниют, сразу же падают. Тут вот какие-то, не знаю, что это за грибы какие-то на почве пошли. Ну, в общем, пока земляника идет. Здесь таки семечко от томата я с покупного помидора запихнул. Что-то вроде еле-еле, но растет. Так, вот еще покажу. Вот земляника садил. И вот с нее что-то такое растет длинное. Не знаю, что за семечко там было. Вроде все одинаковое. Но почему-то оно стартануло быстрее всех. И какой-то ствол какой-то вначале розовый. Это вот примерно полпальца моих. Хотя, когда вот обычная земляника. Вот. До ногтя, можно сказать. Чуть выше. Посмотрим, что будет, что вырастет. Будем следить.